Подведены итоги ежегодного всероссийского конкурса «Семья года». Победителями проекта в номинации «Многодетная семья» стали супруги Негины из поселка Красково. Они воспитывают 5 детей и ведут активный образ жизни. Молодую семью поздравил с победой глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Цветы Мария, ребята, привет. Спасибо, Мария, это большое. Вам. Спасибо. Давайте знакомиться. Артем. Артем. Семен. Артем, Семен. Рома. Рома и Емельян. Уже знаю. Большая семья Негиных сегодня встречает гостей. Принимать поздравления и подарки им предстоит часто. Из 3000 российских семей, которые участвовали в ежегодном конкурсе, Негиных признали лучшими. Дети занимаются и вот гитарой, и танцуют. То есть создаваем как бы помимо гимнастики, помимо спорта, участие в каких-то соревнованиях, еще и творческих. Святослав и Мария познакомились еще в школе. Оба супруга выросли в многодетных семьях. И оба хотели, чтобы своя семья у них тоже была большая. Мечта осуществилась. Сегодня у них 4 сына и дочь. Самому старшему ребенку 11 лет, а младшему почти 2. Лучшая семья нашей страны, да, попасть в такую номинацию, мне кажется, теперь нужно как держать этот статус, да, вот, и не... так сказать, не падать вниз. Я вообще не рассчитывала, что мы где-то что-то займем. Просто попросили поучаствовать, да, мы поучаствовали. Но результатов таких не ожидали. Приятно, да, неожиданно и приятно. В подобном конкурсе Негины участвовали впервые, зато они завсегдатаи спортивных, и творческих соревнований. Летом всей дружной командой устраивают семейный велопробег, а зимой – лыжные прогулки в лесу. На следующей неделе образцовую семью будут чествовать на государственном уровне. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Александр Глазов, телеканал ЛРТ.